Так, это уже второй ящик, собранный мною сегодня. Утром ни одного облачка на небе не было. Хорошо. Жары такой нету, как у нас обычно вообще, что дышать нечем. Вообще, друзья, я вот снимаю цветы там возле дворов, возле людей, да? Не везде так. Сейчас вот покажу, где, как обычно у нас. Обычно у нас вот, вот так вот. Сорняки в лучшем случае скошенные, в худшем по колено. Мало кто цветы выращивает возле двора. Здесь вот, например, красота. Вот так вот. Везде вишни, вишни, вишни. Это почти все шпанка. Вишни, орехи. Орехи, вишни. Это у нас вместо сорняков. Это здесь когда-то садик был. Сюда я немножко ходил. Это здесь музыкальная школа. Ну видите, цветов нету. Сорняки, сорняки. Мало у кого растут цветы. Если где-то есть островок, как исключение, вот там, например, видите, да, цветочки красиво. Это яблони. Тут у меня произошла авария. Замок рассыпался. Где-то потеряли запчасти, надо теперь новый замочек поискать. Да чего происходит такое? Ты что, полы моешь? Мама попросила. Мама попросила? Угу. Так ты скоро что, хозяйкой станешь? Да, Алиса говорит, папа, глянь, кого я нашла. Говорит, я его боюсь. Страшный такой. Прыгает. Как прыгает? Как? Да, вряд ли, чтобы он прыгал. А, это у него рога. Я думал, это клещи какие-то, это рога у него просто. А не, он что-то там пытается ими шевелить. Не, он цепляется. Наверное, может укусить. Ага, сдаешься? Вообще поджигатель я плохой, редко с первого раза разжигаю костры. Ничего должен, не должен, горит уже, все нормально. Здесь в основном акация, то, что-то я недавно попилил на дрова. Мангал поставил на этот столик импровизированный. Здесь я как раз загнул эти отливы. Надо будет еще отливы делать. Разгорается все.
Я думаю, чем так пахнет? Не знаю, нормально, надеюсь, обжаренная. Да таких окуньков можно даже это вместе с косточками пожевать. Прикольненько, они очень вкусные, кстати, будут. Ну я их не чистила. Что-то чистила, что-то не чистила. Ну то, что вчера почистили, все, наверное, да? Ну да. Терпения не хватило. Да, я думаю, будет вкусно. Я думаю, запах какой-то знакомый, рыбка жареная. Ты еще пюрешку успела сделать? Да. Еще салат сделала. Я думаю, нормально, да, тоже? Угу. Слушай, это гости столько привезли всякого разного, им надо было ехать с банками. А. Мы пока это съедим, они либо и закатать успели. Лучше мне так хотим. Надо, чтобы они... У них есть черешня? Пусть нам будет черешня. Да предложу. А что там у них там огорода-то почти нету? Ой, мы сегодня шифер забирали, там вообще огорода нету. Да? Там, если есть сотка, наверное, сотки нету, полсотки. Нам этого шифера не хватит, да? А, и там, короче, перец рядом растет. Нет, не хватит. Но подумаем, что сделать. Я еще подумаю, как лучше крышу сделать. Угу. Жена звонит мужу, говорит, смотри, чтобы перец не потоптали. А он говорит, а там что, перец был? А у нас телефон кричит, он стоит, смотрит, нас улыбается, такой довольный. Говорит, там что, перец был? Бедная женщина. Напугал ее, да? Вон, черешня ваша. Дикая, черешня, да? Ну, здесь, друзья, уже все. Клубники здесь уже не осталось на этом участке. Там вот загадочные гости собирают. А здесь все, я уже последнее собрал. Может быть, совсем где-нибудь капелька там. Но я хочу, чтобы в этом году, в следующем году этот огород весь отдохнул. Поэтому сейчас вот здесь капелька, она не пригодилась в этом году. Столько дождей было, что... Капелька не понадобилась. Сейчас я хочу это все убрать, тут капельку. И скошу это все на сено. Как успехи у загадочного гостя, отлично, у гостей. Отличная клубничка, разная бывает. Здесь еще одни загадочные гости в шортах. А вот и нет. Разные успехи. Там костер догорает. Ага, уже? Угу. Дров было мало, что ли? Было очень много. О. Специально наложил побольше, чтобы дольше горели. Угу, угу. Уже все, что ли?
Ты как предпочитаешь, сам жарить? Ты умеешь? Давай. Ну, каждый по-своему умеет. Ты, ну, переворачиваешь, да и все. А... Ладно, сейчас тогда. Ну, пойду. Еще минут 20 есть. В запасе, да, хорошо. Может, чуть меньше? Ладно, сделаем. Ну, за весь день столько нарвали. Да, 4 ящика всего. 4 ящика. Я когда тут выбираю клубнику, обычно сажусь на шпагат. Угу. И выбираю. Чтобы так вот, чтобы сразу всю эту площадь так ногами. Тебе легко, наверное, со шпагатом-то. Надо вам это, огород завести. Завести? Угу. Ну завези. Ой. Будешь ехать. Завези. Где его взять? Теща не дает. У тещи. Раз это. Тут у меня клубничка цветет, вот, друзья. Прошу обратить внимание, скоро будут новые ягоды. Видите, да, вот. 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 Там вот. Там. То есть это не единично. Клубника цветет. Единственное, вот этот сорт болеет. Видать, я его подзалил немножко, там листья пожелтели. Вообще, конечно, надо изучать процесс вот этот выращивания клубники. Мало вы как-то нарвали, да. Пойдет, я рассчитывал, что вы больше нарвете. Пойдет. Тебе рубашка в крови. А-а-а-а. И руки. Это конец. Мало вы нарвали, мало. Ты, мне кажется, нормально. Не отпущу вас домой. Ну, после обеда тогда. После обеда? Завтра? Только это, мне твои шампуры. Или что у тебя? У меня шампуры. А как быстро погорели дрова? Доски, что ли? Нет. Бревна были. О! Да, посмотри, там бревна горели. Это шумка вот тут, вот это, мало. А внизу там что? Да, еще! Да тут. Тут можно быка жарить на этих углях. Какой быка? Маленького. Баранчики даже не пожаришь. Здесь девчонки наши сидят, отдыхают. Не хотят гости собирать клубнику? Ты не надо такой говорить. Че? 4 ящика собрали, больше не хотят? Ну, будешь собирать. Я тоже не хочу. Че ты сухариков нажарила? Да, чипсов. Ну что, пойдемте? Стол накрывать, мясо жарить. У-у-у. Да. А шампура где у нас? Шампура сейчас достану. О, уже в крови. Говорите, после обеда продолжите. Вот. После обеда, после того, как поели. Как? А, как поели? Да. После обеда, я смотрю, думаю, как после обеда уже тут спать скоро собираться. Понимал, вот только женским коллективом на 5 минут отвлекся. Да. Возьми другой Че? Шампур. Да, там ничего нету. А он там с двух сторон острый. Я не понимаю, но я проколол так, чтобы было. Видишь, еще уравновесить бы ее. Ну да. Не, оно там немножко на костре это. Как это? Иссохнет, да? Иссохнет, да, и будет нормально держаться. Угу. Я раньше вообще шашлык на открытом огне жарил. Только разжег, оно там полыхает. Быстро. Там жик, жик, жик. Уноси готовенького.
Надо крутить, наверное, да? Да. Знаешь, из чего мангал сделан? Нет. Я подозреваю, что это просто ящик из-под болтов или из-под гаек. У меня мангал из-под газового баллона пропан. В интернете посмотрел ролик, как сделать, если сделать себе. Но я сначала увидел его сосед. О, видишь, уже пошло. Молочка пригорает. В смысле молочка? Ну это ж этот самый. Как его? Кто это был? Это у нас была сыворотка. Сыворотка. Молочка. Пригорает. Так что, есть краска огнеупорная, говоришь? Да. В основном черная. И вот. Покрасил, ну обработал все как обычно. И что, вот эта температура раскаленная, все и. И выдержит. Не верю. Не увижу, не поверю. Угу. По-моему, ни один этот не выдержит. Если вот разогреется до красна, ни одна краска не выдержит. Где-то там доносятся звуки. У соседей у кого-то день рождения, поздравляют. Я думаю, они там слюнями стекаются. Ой, да у них, наверное, свои шашлыки. Не, у них своих шашлыков нету. Как это не пахнет шашлыков? Ну не пахнет от них шашлыками. Как ветер. Ну, ту сторону, наверное. Я буду зеленью. Ты куда? Вкусняшка. Я буду за зеленью и за огурцами. Салат так делать. Шашлыкам. Зелень в другой стороне. А шашлык-то здесь. Как вкусно пахнет, друзья. Угу. Что-то не хватает, может, сахара? Не, только что перекрыть. Черное сырым не бывает. Угу, я понял. Жена, спасибо, конечно, не скажет, что было такое. Ну, я тоже так умею жарить. Ага. О! Похитили шашлык. Я пока капельку собирал. Шашлык похитили, Алиса? Кто-то похитил? Пока вот кучу капельки собрал, шашлыка не стало. Где похищенный шашлык? На тарелке. Какой салат. Какая картошка. А какой шашлык? Какая рыба. Папа, мальчик косал. А шашлык где? Шашлык где? Не знаю, то ли стулья готов, стулья, стулья. А если... А то сейчас... Так, аккуратно. Красота исчезнет? Ага. Это еще не все. Да? Да. Она же так не исчезнет, она трансформирует. Ну. Ну не будет сейчас ее на столе этой красоты. Ну да. Та, мама разрешала тебе такое делать? Сейчас, когда это сделала, да, ты? А? Ты перед чем берешь вот на литр молока. Наконец-то наши перепелки уезжают от нас. Пока, перепелочки. Надоели? Да, новым хозяевам. Ничего, все так. Нормально. С яйцами будете? Да. Они уже с яйцами. Привезем вам. Черт. Да возьмут они клетку. В субботу привезем клетку. Хорошо. И перепелок им, и клубнику им. Черешню надо было навать еще. О, с черешней проблем нет. Сосед говорит, приходите, дедушка старый, приходите, рвите, пожалуйста, дети.
Конечно, жалко пропадает. Пока. Я уже забыла, кто к вам приедет, подскажешь? А кто вот это вынес? Тая. А ну-ка, занесите на место. Пап, кто к нам приедет, а то я уже забыла. Лера. Валерия. Друзья, продолжаем читать первое послание Иоанна, 4 глава, 9-10 текст. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Извиняюсь, запинаюсь, устал за день. Мы сегодня с 5 часов утра на ногах, столько всего прошло. Вот. То есть здесь говорится о любви Божией, как бы что Он любит нас, не как бы это сказать. Ну не важно того, что любим мы Его, не любим. Вот, а Он любит нас. И доказательство. Вот, то есть Он послал Сына Своего умереть за нас. Ну что, друзья, до новых встреч, всем пока!